на Витя смотрит. Тебе не стыдно? Чего ж ты не защищался, когда их убивали? Не убивали полтора года назад. Не убивали полтора года назад. Почему ты там же? Это шумно, матюкаешь. Это просто это ты дурак, ты продала мою страну за 50 рублей. И ты сейчас туда получишь. Это ты бабушек, вот это ты меня. Понимаешь, что они? Иди сюда. Ты что, ты охуел? Не надо меня трогать, пожалуйста. Я вас не трогайте. Какой же такой же? Какой где ты, блядь, был? Где ты, что ты защищал? Не матюкайся. Какая разница? Где ты был? Что ты защищал? Я за женщину заступился, и все, на которую ты матюкался. И больше ничего. Да послушай, тут он есть кому за женщину, понял, тоже, блядь? А меня тоже. За женщину, та, которая, а сука, просто. Так же сразу, как и ты, понял? Где ты станешь? Когда надо будет. Тебе, сука, блядь, сколько лет? Украину стану. Ну, пойдем, блядь. Мне 20 лет, сука, я стою уже там, блядь, понял? А ты, кобыла, прячешься, сука. Чего пани? Вон его стоит, это права кратеры кисты. Женщина, идите домой. Сейчас за такими бабушками не начинает. Буду попробовать. Я просто посередине. Не капался визином, если был бы я грузином, да? Со зрением не порядок. Руку правую, да. Что ты присечешь, нахуй? Хуй свой присеки, бля, дебил, бля. Браслеты дай. Присечет, там. Да. Отойдите, пожалуйста. Отойдите на первом маке. Что, блядь, мне должно быть пол? Нет, просто руки. Сейчас дем. Браслеты, я говорю. Борька, давай, это сука ты. Чё, отойдите, я говорю, в сторону. Борька, ладно. Бабки листай. Попросите браслеты. Ты точно, Харьков 2. Видно документы? Где браслеты? Дай браслеты, я без них. Женщина. Тихо. Лучше спецсредства. Вы что, милиция вижу? Я журналист, а вы мне мешаете. Посмотрите. Потому что мне в кадр лезет. Еще раз спрашиваю, 1 марта. Я был на мирных граждан. Там... Перестаньте, я был на работе. Я был на Барабашова. Я твою морду.
мужчина, зачем вы меня оскорбляете? Я же ничего не сделал. А у тебя я был на базаре. У тебя образа даже нет, ты безобразие, понимаешь? Я был на базаре, мужчина, я на работе был. Меня там 500 человек каждый день видят. По 500 человек каждый день видят. Там нужно. У меня больная мать, мне надо ее кормить. Вот и все, я работаю спокойно. Я никого не трогаю, никому зла не желаю. Я тебя очень хорошо. Очень. Этого не может быть. Я был на работе. Это могут подтвердить сотни человек, что я каждый день на базаре, на работе.